Внебольничные пневмонии стали болеть реже. По сравнению с предыдущей неделей почти на 5%. Заболеваемость ОРВИ осталась на прежнем уровне. Об этом говорили на заседании оперштаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. За неделю заболеваемость COVID-19 в регионе снизилась во всех возрастных группах, кроме подростковой. Среди детей от 15 до 17 лет она выросла почти на 37%. Данная информация и тенденция нуждаются в анализе. Поэтому совместно вот с коллегами Светланы Валерьевны я попросил бы проанализировать, что это, да, где эти у нас случаи заболевания, носят ли они какой-то коллективный характер, есть какая-то системность. Что касается амбулаторных пациентов и тех, кому требуется госпитализация в стационары, то, по словам министра здравоохранения Армена Беняна, здесь наблюдается стабильное соотношение числа заболевших. Поэтому часть коечного фонда по-прежнему переводится в штатный режим. Завершить работы планируют к 1 марта. И на амбулаторном лечении у нас по-прежнему находится около 17,5 тысяч человек. В то же самое время отдельный вес тяжелых пациентов, требующих госпитализации, также стабильный. Последние 5 недель он колеблется на уровне 4 тысяч плюс-минус 200 коек, что создает предпосылки для дальнейшего продолжения возвращения в штатный режим ряда подразделений, ряда учреждений. 12 февраля область получила 23 300 доз вакцины гамковид-вак. 23 февраля ожидается очередная поставка – 24 100 доз. Еще 22 000 доз должны быть доставлены к концу февраля. Вакцинация проводится в 58 лечебных учреждениях. Там работают 138 прививочных кабинета. Сейчас привились более 64 000 человек. Из них почти 13 000 получили обе части препарата. Чтобы повысить доступность вакцинации в удаленных уголках региона, по поручению областного оперштаба Минздрав закупит дополнительные мобильные комплексы. Виктория Шарая, «События».